Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Анатолий Васильев после съемок сериала «Сваты» обрел вторую волну популярности и востребованности как артиста. Любимому актеру 72 года, он остается статным и величественным мужчиной. В подростковом возрасте мечтал стать актером, но по настоянию родителей поступил в машиностроительный техникум. Отучившись два курса, Анатолий отправляется в столицу из Тагила и поступает в театральный вуз. Более 20 лет верно служил театру «Сатиры». За плечами актера также немало запоминающихся киноролей «Татьянин день», «Экипаж» и другие. В 2008 году начинает сниматься в комедийном сериале «Сваты». Персонаж за 4 сезона очень полюбился зрителям. Но из-за конфликта между сватами Анатоличем и Будько, Федором Добронравовым, он решил покинуть съемки. По сюжету Иван Будько постоянно подшучивал над профессором, чем задел эго актера Васильева. Актер был дважды в браке. Первой супругой в 1969 году стала актриса Татьяна Васильева. С ней они прожили около 20 лет. Причиной распада семьи стала измена со стороны Татьяны. В браке у них родился сын Филипп. Второй брак Анатолий заключил в начале 90-х. С Верой, работницей на телевидении, в котором они счастливы и по сей день. У них растет дочь Варя. В настоящее время, несмотря на свой возраст, актер продолжает играть в театре, сниматься в кино. В каждую новую роль Анатолий вкладывает душу, чем радует своих поклонников. А ждешь ли ты Анатолия Васильева в новом сезоне «Сватов»? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.